Еще более крепкие барышни собрались во Франции на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. В категории до 58 Марина Шаинова в рывке подняла больше всех, а во втором упражнении и вовсе подняла соперниц насмех. В сумме у Шаиновой на целый пуд больше, чем у второго призера. И все бы ничего, если бы гимн не запустили со старым текстом про союз нерушимый. Чемпионка все равно плакала, но...